Дизайн кроссовера Chery Tiggo 8L был рассекречен в июне этого года. Теперь в Китае раскрыли состав комплектаций и объявили предварительные цены. Местные дилеры уже принимают заказы с июля месяца, а старт живых продаж на родине марки намечен на август. Chery Tiggo 8 – это отдельное семейство, и свежая модель 8L не стала заменой какой-либо из нынешних восьмерок, а дополнила гамму. Tiggo 8L является по-настоящему новым кроссовером, тогда как остальные паркетники, по сути, представляют собой разновидности одной и той же модели. Новый кроссовер будет доступен в четырех комплектациях с 5- и 7-местными вариантами. Цена в Китае начинается от 20 тысяч долларов. Новый Chery Tiggo 8L впечатляет своим внешним видом. Особенности дизайна включают гигантскую радиаторную решетку с блестящими вкраплениями, узкие фары с интегрированными светодиодными ходовыми огнями, выдвижные дверные ручки и единый блок задних фонарей. Габариты кроссовера составляют 4795 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1729 мм в высоту с рейлингами, 1741 мм с колесной базой 2770 мм. По всем параметрам, кроме высоты, новый Tiggo 8L превосходит другие модели серии восьмерок. Примечательно, что кроссовер оказался всего на 25 мм короче флагманского Tiggo 9. Обе модели обладают схожим дизайном и построены на модульной платформе T2X. Хотя дорожный просвет не указан, предполагается, что он будет аналогичен флагману – 190 мм. В дополнение к этому для Tiggo 8L доступны колеса размером 19 или 20 дюймов. Chery Tiggo 8L предлагается с мощным бензиновым турбированным двигателем на 2 литра TGDI, развивающим 254 лошадиных сил и 390 ньютон-метра крутящего момента, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Этот паркетник способен разгоняться от 0 до 100 км в час всего за 8 секунд, а его максимальная скорость достигает 200 км в час. Объем топливного бака модели составляет 65 литров, а расход 7,8 литра у переднеприводной версии и 8,5 литров у полноприводной комплектации. Автомобиль оснащен тремя основными режимами движения – спортивным, экономичным и стандартным, а также четырьмя режимами для бездорожья, включая грязь, песок, снег и постоянный полный привод. На данный момент доступны четыре комплектации, из которых только одна оснащена полным приводом, остальные – переднеприводные. Интерьер нового Chery Tiggo 8L выполнен в минималистическом стиле с использованием черного или коричневого цвета салона. Центральная консоль и двери украшены декоративными панелями, напоминающими матовый алюминий. Автомобиль оснащен 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, 15,6-дюймовым центральным экраном управления, проекционным дисплеем и рулем, приплюснутым снизу, за которым находится селектор коробки передач. А почти полное отсутствие физических кнопок подчеркивает современный стиль, привлекательный для молодых покупателей автомобилей на новых источниках энергии. Особенностью салона также является двухэтажный центральный тоннель, а управление настройками кресел вынесено на двери, как у премиальных европейских моделей. В топовой версии Chery Tiggo 8L оснащен тремя рядами сидений, а во всех остальных предлагается в пятиместной конфигурации. Базовый Chery Tiggo 8L, который уже в начальной комплектации, впечатляет своим набором оборудования. Он оснащен 19-дюймовыми колесами, светодиодной оптикой, электроприводом багажной двери, панорамным люком, кожаной обивкой салона и боком-подлокотником с функциями обогрева и охлаждения. Кроме того, он предлагает климат-контроль, камеры кругового обзора и круиз-контроль, обеспечивая комфорт и безопасность на каждом километре пути. В следующей комплектации вас ждут 20-дюймовые диски, подогрев и вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. И это еще не все. Особое внимание заслуживает третья, наиболее роскошная версия Tiggo 8L. Здесь вы найдете передние сиденья с функцией массажа и встроенными в подголовники динамиками. Кстати, кроссовер оснащен акустикой Sony с 14 динамиками, что обеспечивает потрясающее качество звука.
Кроме того, вас ждет проекционный дисплей, отдельный пульт управления климатом для пассажиров второго ряда, система распознавания лиц, а также система мониторинга слепых зон и предупреждения о перекрестном столкновении сзади. Любопытно, что именно эта версия, несмотря на отсутствие полного привода, является самой роскошной и насыщенной функционалом. В этом автомобиле каждая деталь продумана для того, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно и безопасно. За переднеприводный Chery Tiggo 8L сейчас просят от 147 700 до 167 700 юаней, что эквивалентно примерно от 20 до 23 тысяч долларов по текущему курсу. Полноприводный кроссовер обойдется 179 900 юаней, около 24 700 долларов. Таким образом, Chery Tiggo 8L стал новым флагманом семейства, заняв место своего предшественника Tiggo 8 Pro. Однако при запуске живых продаж реальные цены Tiggo 8L, скорее всего, окажутся чуть ниже, что сделает его еще более привлекательным для покупателей. Этот новый паркетник, без сомнения, заслуживает внимания и наверняка доберется до других рынков, расширяя свою географию и завоевывая сердца автолюбителей по всему миру. Новый Tiggo 8L – это вместительный как 5, так и 7-местный кроссовер, который станет надежным партнером в ежедневных делах или дальних путешествиях. Экспрессивный дизайн, комфортабельный и продуманный интерьер, высокий уровень технологичности – у него есть все, чтобы стать вашим автомобилем мечты. Спасибо за просмотр. Нам очень важно ваше мнение, поэтому оставляйте комментарий. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ваши лайки и подписки помогают нам развиваться и делать контент еще лучше. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех автомобильных новинок. Всем удачи на дорогах!